А? Мне нравится, как ты сказал, котенок у нас, как ты сказал? Котенок у нас это, да? Или как? Или у нас с тобой что? Какое-то дело? У нас дела? Нет, как-то ты прикольно прям сказал. Котенок у нас задание. Котенок у нас задание. Как-то вот котенок ты... у нас работа. Не знаю. Так, а ты знаешь, прикольно. С кем я работаю сейчас? С котенком. Знаешь, или нас ждет, или нас здесь ждет работа, ты сказал. Да. Ты как-то так сказал, да, и да. Это было прикольно. А чем я работаю? Ну, в основном. Не знаю. Не знаю. Теоретиком. Теоретиком? Теории смотрю. Ага. О, это маку. Агра или что? Ага. Прикольно тут. Шашлыки, тенечек, палатки. Вообще, кстати, нигде не видела вот так, чтобы с палатками отдыхали, только здесь. Причем я имею в виду даже не сам факт, вот что там выезжают жить с палатками, а что выезжают вот так отдыхать. В Харькове что-то такое видела, ну, то такое. Я ж не была на самих там каких-то пляжах. Я в черте города. Там есть небольшой как пляж. И я видела кусочек. Там просто магазины есть. Я как бы с высоты видела там кусочек небольшой. Вовка, а что это такое? Вот это вот скала какая-то. Прикольно. Хотя. И там тоже. Хочешь разбудиться? А мне будет горячо, и здесь ветки, и я не смогу ходить. Я на что-то наступлю, у меня кожа нежная. Не все же отращивают большой слой шкуры, чтобы потом, как йоги, летом ходить по стеклу. Привет! Мирусич! О, ну сейчас ты песком заедешь кому-то. Мог бы мне свои носки отдать, если хочешь, чтобы они не выпали оттуда. Слышишь? Давай мне свои носки. Давай носки. Носки давай. Мусорные есть. У тебя горячие? Ну, а как ты хотел? А у меня уже все равно сейчас в обуви будет этот весь пляж. Класс. А это же, видишь, это береговая оборона была, это бункер, да? Мы сейчас найдем здесь какой. А там, кстати, впереди никого нет, можно там где-то кинуть кости. Пошли, Мирусич. Подожди, ноги отойдут. Так иди в воду, что ты? Яйца? Какие, Вовчик? А? Тоже хочешь? Ну, снимай свою обувь, снимай свои там. Держу твоих котят, я их положила. Дамир, поставь, пожалуйста, свою обувь. А! Я здесь постою. О, отправишь мама, потом Василю. Быстрей. Так встань тогда сюда, что быстрее. Давай я вас двоих щелкну. Привет! Супер. А,
сейчас. Погод. Пошли!